В Российской Федерации произошел массовый сбой в работе банковского приложения «Сбербанк Онлайн». Пользователи в течение нескольких часов жаловались на его недоступность. С чем связан данный казус, постарался проанализировать директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Михаил Абрамский. Касательно того, что могло вызвать этот сбой, причин может быть очень много. В целом Сбер – это большая IT-экосистема. И когда какая-то большая IT-система входит в какой-то сложный промежуток, то, в принципе, совершается большая работа по доработке какого-то функционала. И в связи с этим вполне может быть, что можно ошибиться и вывести сервис из строя просто, ну, скажем так, из-за ошибки разработки. По словам эксперта, Сбербанк попадает под новый пакет санкций, вследствие чего, возможно, внутри Сбербанка проводится определенная работа по оптимизации, распределению и доработке функционала. Также велика вероятность, что IT-экосистема на такое жесткое изменение может отреагировать данным сбоем. Но возникает другой вопрос. Стоит ли пользователям беспокоиться за безопасность денежных средств? Беспокоиться за безопасность денежных средств в Сбере я бы не стал, потому что, собственно говоря, это речь про доступность только приложения для его управления. И, собственно, Сбер тоже это отмечает, что, скажем, раз система не работает, то, собственно, нет угрозы для денежных средств. Волноваться за свои финансы гражданам точно не стоит, так как в банках есть очень комплексная система защиты информации касательно денег. И если бы было какое-либо вмешательство в систему, то пользовательские данные точно не могли пропасть. Амир Ахтямов, Универньюз.